течение экскурсии у вас будет возникать вопрос, вы, пожалуйста, мне спрашивайте. Посвящено исследованию этих земель, потому что они были абсолютно неизвестны. То есть отряды казаков не научные экспедиции, именно обычные казаки занимались тем, что составляли географические карты, делали зарисовки животных и растений, которые им встречались впервые, даже занимались исследованием встреченных ими племен. Так вот название церкви, ну, как мы знаем, происходит от языка, то есть это церковь была построена в честь иконы Казанской Божьей Матери. Церковь тоже необычная, построена она была в 1679 году, в Рыбом Власне, как они у нас сейчас расположены. Так вот для вас занесок, вот будет единые окна. Там вон тоже что-то. Надо отсюда взор. А толку-то они как помидоры на темном окне. Смотришь, они как себя идут поднять. Иди поднять. Есть ли у тебя?
значит, 50 рублей. Угу. Дайте в карман. Угу. Или куда-нибудь сюда. Сюда вот. Сюда, думаю, правда, сюда. Я пошла. Сейчас.